Королевство Саудовская Аравия. Одно из самых богатых и закрытых государств планеты. Это колыбель ислама, где царят твердость веры и почти математическая строгость в соблюдении налагаемых ей ограничений. Это свой взгляд на мир, в котором практически нет полутонов, как и в черно-белой одежде этого народа. Но глобализация проникает и в пустыни Аравийского полуострова. Здесь можно наблюдать, как постепенно меняются консервативные устои. И начинается это с экономики. Падают цены на энергоносители, меняются приоритеты. Чтобы уйти от нефтяной зависимости, здесь принята стратегия Saudi Vision 2030, которая во многом перекликается с казахстанскими инициативами. Учитывая новые вызовы, визит Нурсултана Назарбаева в Эр-Рияд был весьма своевременным. Совместные усилия двух государств позволят придать новое ускорение экономической трансформации наших стран. В самом центре Аравийской пустыни есть плодородная долина Вади-Ханифа. В этом оазисе расположена столица королевства Эр-Рияд, что в переводе с арабского означает «цветущие сады». Одной из главных ценностей здесь всегда были вода и финиковые рощи. До тех пор, пока в Саудовской Аравии не нашли нефть. Как известно, черное золото на Аравийском полуострове обнаружили американцы. Но мало кто знает, что в освоении несметных богатств мог принять участие и Советский Союз. История могла сложиться совсем по-другому. Ведь ближайшим другом короля Саудовской Аравии в 30-х годах был советский полпред из Казахстана Назир Турикулов. Ему удалось выстроить очень близкие, почти родственные связи со всеми влиятельными лицами Саудовского королевства. Но сталинский режим не пощадил выдающегося дипломата. Назир Турикулов был расстрелян. Потрясенный этим известием, король Абдул-Азиз Аль-Сауд разорвал все дипломатические отношения между двумя государствами и сказал: «Если в стране убивают таких людей, то у нее нет будущего». Весьма символично, что сегодня праправнук репрессированного дипломата возглавляет консульство Казахстана в Джидде. С появлением черного золота жизнь саудитов стала меняться. Страна разбогатела, и сегодня ее экономика входит в двадцатку крупнейших в мире. Здесь добывают 120 баррелей нефти в секунду. И от позиции королевства во многом формируются цены на энергоносители. Но в сравнении с другими богатыми нефтью государствами, здесь богатство не бросается в глаза. Прежними остались уклад, традиции и мировоззрение. Сохранились площади для публичных казней. Все женщины носят длинные черные платья, а за соблюдением норм ислама следит религиозная полиция. Саудовская Аравия живет по нормам шариата, а в качестве конституции руководствуется Кораном. Но самое главное, на территории королевства расположены две святыни ислама. Мечеть Аль-Харам в Мекке и мечеть пророка Мухаммеда в Медине. Здесь ежегодно бывают миллионы паломников. Для их удобства уже в следующем году планируется запуск скоростного поезда Аль-Харамин, что значит «две святыни», по маршруту Джидда-Мекка-Медина. Предполагается, что от одной святыни до другой можно будет доехать за 2,5 часа при скорости 320 км в час. Президент Казахстана, бывая в этой стране, всегда находит время, чтобы посетить священные места. На этот раз глава государства побывал в Медине. Сразу из аэропорта глава государства направился в главную мечеть города, где находится могила пророка Мухаммеда и его сподвижников. Нурсултан Назарбаев совершил намаз и ознакомился с архитектурой и интерьером Аль-Масджид ан-Набави, одного из самых красивейших культовых сооружений и второй по величине мечети мира. Первая мечеть здесь была построена еще при жизни Мухаммеда. Последующие исламские правители расширили и украсили святыню.
Могила находится под зеленым куполом, и чтобы пройти к ней, нужно открыть 7 замков, 7 ключей, от которых находятся у 7 хранителей. И, как правило, при строительстве мечети во всем мире используется планировка «Аль-Маджид ан-Набави». В Медине глава государства провел встречу с губернатором провинции принцем Фейсалом, который показал Нурсултану Назарбаеву местные достопримечательности. Губернатор, к слову говоря, один из 200 самых влиятельных принцев семейства Аль-Сауд, насчитывающего в общей сложности уже почти 25 тысяч человек. Это целая армия знати. Только принцев и принцесс Саудовской Аравии около 7 тысяч человек. А венчает эту властную пирамиду глава династии Салман бен Абдель Азиз Аль-Сауд. К слову, король здесь сила, которая объединяет в себе и законодательную, и исполнительную власть. Монарх одновременно является премьер-министром и назначает всех членов законосовещательного органа Меджлиса аш-Шура. Нынешний король запомнился тем, что во время своего вхождения на престол выделил 30 миллиардов долларов своим подданным. Встреча с главой Саудовской Аравии состоялась в Эр-Рияде, в его королевском дворце. К слову, члены королевской семьи приглашают в свой дом только особо почетных гостей. Изначально предполагалось, что торжественная церемония будет проходить на площади перед дворцом. Но так как приветствие здесь очень длительная процедура, а на улице жара плюс 30, то организаторы перенесли встречу под навес. Необычным был и протокол приветствия. Если мы привыкли к тому, что представители делегации становятся в шеренгу, а главы государств идут вдоль строя, представляя их друг другу, то здесь все было по-другому. В Саудовской Аравии король и его гости остаются на месте, а все остальные подходят к ним, чтобы запечатлеть свое уважение. Но это было не последнее приветствие. Еще одно предполагалось внутри дворца для представителей королевской фамилии. Изначально планировалось, что на церемонии будет присутствовать 75 принцев. Но в итоге небольшого спора были отобраны 35 наиболее влиятельных персон. Каждый из них должен был высказать свое почтение гостю и королю. Интересно было видеть и охрану монарха, королевскую гвардию. Любопытно, что несколько человек, которых мы приняли изначально за телохранителей, воинской выправкой не отличались. Возник вопрос, кто эти люди? Как выяснилось, официальные разносчики кофе. Есть такая придворная должность – кофемейкер. Она считается очень почетной и передается из поколения в поколение. Запись об этом вносится даже в паспорт. И по документам можно проследить путь трудовых династий. Как пояснил нашему президенту глава Саудовской Аравии, он сохранил эту должность, чтобы поддержать традиции предков. После завершения торжественной церемонии король пригласил всех на обед в честь приезда главы Казахстана. Обед тоже был необычным и удивлял количеством гостей. По моим наблюдениям, здесь было около 800 человек. И что интересно, здесь каждый мог, поев, встать и уйти, а на его место мог сесть другой. Здесь вообще очень интересно сочетается простота быта и роскошь, идущие из глубины веков традиции и устремленность в будущее. В частности, если говорить о перспективах, в королевстве разработан национальный план трансформации, который призван избавить страну от сырьевой зависимости. Ведь падение цен на нефть впервые в истории королевства привело к тому, что бюджет страны был принят с дефицитом в 138 миллиардов долларов. Дошло до того, что министрам урезали зарплату. Саудиты беднее не стали, но всерьез задумались о будущем. И как это обычно бывает, именно трудности стимулируют партнерство. Это показала встреча президента Казахстана с капитанами бизнеса. Бәріміз білеміз, дүниеде үлкен қиыншылықтар болып тұр. Саяси қиыншылықтар,
экономикалық қиыншылықтар, әсілесе мұнай газ шығаратын біздің елдеріміз үшін бағаның төмендеуі үлкен қиыншылықтар келтіріп отыр. Бірақ басқа елдің тәжірибесін біле отырып, осыдан 10 жыл бұрын экономиканы басқа рельске салу үшін әрекет жасадық. Соның арқасында осы кезде жаңадан 1000 өндіріс салдық Қазақстанда. Жұмысшылар тәрбиеледік, инженерлер оқыттық. Қазір өңдейтін экономика, шикізат экономикасынан үлкен қарқынменен өсіп келе жатыр. Қай салада сізбен біздер қарым-қатынас жасауға болады? Мысалы, тау-кен өндірісі, ауыл шаруашылығы, мұнай, химия өз алдына, қаржы және ислам банкингі, атом өнеркәсібі салаларында жұмыс істеуімізге болады. Соның ішінде біздің Байтерек холдингі Сауд Арабиясының мемлекеттік инвестициялар қоры арасында бірлескен жобалар қаржыландыру қамтылатын болады. Мы знаем обо всех достижениях Казахстана. В частности, о том, как небольшой провинциальный городок превратился в великолепную столицу Астану. К слову говоря, когда мы решили работать с вами в области нефтехимии, многие выражали сомнения в успехе. А мы поверили. И сейчас наши бизнесмены активно инвестируют в казахстанскую экономику. Саудовская Аравия имеет средства, а Казахстан готов предоставить все возможности для развития совместных проектов. Есть необходимые ресурсы, кадры, благоприятный инвестиционный климат и, главное, имеется успешный опыт взаимодействия. Саудовская Аравия – пустынное государство. Здесь нет плодородной земли, а потребности в продовольствии значительны. Нужно прокормить около 30 миллионов населения. Если говорить только о зерне, королевство ежегодно импортирует 3 миллиона тонн, и в ближайшие годы эта цифра увеличится до 5 миллионов. И, конечно, тут хотели бы покупать казахстанскую продукцию премиум-класса. Единственное, что препятствует более тесному сотрудничеству – расстояние и вопросы логистики. Об этом и шел подробный разговор. У нас традиционная связь через Россию, Черное море, Босфор, проезжать сюда. Но сейчас альтернатива – это железная дорога через Иран. Общая мощность его будет составлять до 10 миллионов тонн груза. И сейчас считают, вот, например, они импортируют большое количество пшеницы в целом. Но наша пшеница по дальности дороги будет дороже, неконкурентоспособная. Поэтому мы говорили о том, чтобы лучше перерабатывать на месте это сырье в Казахстане, а потом вывозить готовую продукцию. Во-первых, стоимость побольше, можно и авиацией вывозить, и можно и вагонами, но таких издержек не будет. Создание совместных производств и глубокая переработка сельхозпродукции – все это позволит конкурировать на равных с другими поставщиками. И бизнес уже подхватил эту идею. В 2015 году саудовская компания «Саж Инвест» впервые приступила к реализации проекта по выращиванию зерна в нашей стране. Интерес саудовского бизнеса к Казахстану налицо. В рамках визита Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и Торгово-промышленная палата Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве. Создан деловой совет. Только в сельском хозяйстве, если говорить о поставках баранины, Саудовской Аравии требуется 5-6 тысяч голов в месяц. Это большой объем, но реализуемая Казахстаном аграрная политика позволит в перспективе наладить необходимое производство. Мен ислам азық-түлік қорын жасау мәселесін көтердім. Себебі Қазақстанның жері тек қана өзінің 18 миллион халқын емес, 100-150 миллион елді асырайтын жері бар. Ол жер құнарлы. Сіздердің жеріңізде емес, құнарлы жер. Жалпылғында тек қана табиғи жайылымның өзі 200 миллион гектар. Құнарлы жерде өз аяғынан жүріп жайылатын экологиялық таза. Бірақ та оған су жетпейді. Су жердің астының бәрінде бар. Құдық қазсақ, әр құдықтың жанында 2000-3000 қой өсіруге болады. Ол қойды сол жерде өңдеуге болады. Содан кейін ұшақпен де басқа жағдаймен сіздерге алып келуге болады. В
целом, в рамках визита состоялись насыщенные переговоры. Деловые круги, министры и руководители национальных компаний обсуждали конкретные проекты, подписали ряд документов и соглашений в различных сферах от правовой до атомной промышленности. Наши деловые люди, министерство ведомства, подписали контракт на 60 миллиардов тенге, 10 контрактов. Самые значительные из них – это крупная птицефабрика на 30 тысяч тонн в Южно-Казахстанской области, производство других пищевых продуктов в Акмолинской области, в других областях. После встречи с казахстанским лидером у наших бизнесменов появилась большая надежда на тесное сотрудничество с вашей страной. Мы видим, что Казахстан активно развивается, реализуются большие проекты. Мы тоже хотели бы участвовать в этом процессе. Особенно нам интересна сфера земледелия и птицеводства. Открываются новые возможности в других отраслях, в том числе высокотехнологичных. Саудовская Аравия планирует до 2040 года построить 16 ядерных реакторов. А если говорить в масштабах региона, то счет идет на несколько десятков. А потому имеется конкретный интерес к инвестированию в урановое производство. В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве в этой сфере. Надо сказать, что президент, не изменяя своим правилам, всегда во время общения с деловыми кругами старается решать все вопросы на месте. Так было и на этот раз. И даже после завершения встречи предприниматели не отпускали Нурсултана Назарбаева, желая получить информацию из первых рук. Один из принцев, занимающихся бизнесом, попросил главу государства об отдельной беседе и был готов даже приехать для этого в любое время в Казахстан. Но президент не стал откладывать разговор. Он состоялся здесь же. Саудовская Аравия – желанный инвестор во многих государствах. Эта страна всегда очень трепетно относится к своим партнерам. Достаточно сказать, что королевство занимает третье место в мире по объемам оказанной гуманитарной помощи. За последние 40 лет выделено 139 миллиардов долларов развивающимся странам. Часть этих средств получил и Казахстан. Некоторые здания столицы были построены именно на эти деньги. Қазір эмираттар тарапынан біздің елордада үлкен коммерциялық орталық салынып жатыр. Ол 75 этажды ғимарат, ішінде офистар бар, мәдени орталық бар, сауда-саттық орталығы бар, пәтер шығаратын бар. Сонда Сауд Арабиясынан бір ғимарат болса, сіздердің атыңызбен аталады. Эмираттардың ғимараты болғанда, неге Сауд Аравиясының ғимараты болмайды? Саудовская Аравия – один из лидеров исламского мира. В финансовой столице королевства, городе Джидде, расположены штаб-квартиры Исламского банка развития, организации исламского сотрудничества и другие структуры. Нурсултан Назарбаев встретился с их руководителями, которые специально для этого прибыли в Эр-Рияд. В частности, состоялись переговоры с новым главой Исламского банка развития. Господин президент, я также очень рад возможности встретиться с вами. Для меня большая честь констатировать тот факт, что сотрудничество Казахстана и Исламского банка развития стабильно развивается. Общий бюджет наших совместных проектов превышает 1 миллиард 300 миллионов долларов США. В частности, в прошлом году было утверждено 4 проекта на сумму 665 миллионов долларов. Одна из новых задач предполагает глобальную экспансию королевства в банковской сфере. Отрадно, что Исламский банк будет помогать в создании экосистемы исламского финансирования на базе Международного финансового центра «Астана». Вопросы всеобщего развития обсуждались на встрече с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества. Разговор шел об инициативах Казахстана, которые были недавно озвучены на саммите в Турции. Конференция
Да, этот саммит пройдет в сентябре следующего года. Сейчас мы занимаемся его подготовкой. Тесно взаимодействуем с Министерством иностранных дел Казахстана. Началась работа по вопросам продовольственной безопасности, которую вы инициировали ранее. Приступил к деятельности Международный продовольственный фонд. В него на сегодняшний день входят 32 страны. Состоялась встреча президента Казахстана и с главой Маджлиса аш-Шура Королевства Саудовской Аравии. Это консультативный совет, который включает 150 членов, назначенных королем. С 2013 года в него стали входить женщины, а это тоже большой показатель происходящих изменений. Изменения, надо сказать, коснулись не только женщин. Впервые в истории Саудовской Аравии здесь недавно был приговорен к смертной казни член королевской семьи за совершенное убийство. Наверняка этим своим решением король хотел донести до всех своих подданных, что перед законом все равны. Вполне возможно, что это было послание в первую очередь для королевской фамилии. И это не единственное решение короля, которое коснулось привилегий знати. Если ранее члены правительства назначались исключительно по семейной и клановой принадлежности, то сегодня во власть приходят технократы – люди, которые соответствуют должностям по профессиональным качествам. Почти все новые министры не имеют отношения к семейству Аль-Сауд. Впрочем, ключевые должности сегодня по-прежнему занимают принцы, играя весомую роль при смене династии и во внутренних дворцовых интригах. Программе модернизации в королевстве уделяют особое внимание. Решительные реформы призваны устранить дисбалансы и перекосы, которые наметились в экономике страны. Но это, скажем так, приоритеты будущего. А пока Саудовская Аравия делает все, чтобы удержать стоимость нефти в комфортной зоне. Конечно, мы обсуждали цены на нефть, на газ, которые сейчас есть, и политика, которую будет проводить эта страна со всеми своими партнерами по нефти и газу. Я знаю российское мнение в этом плане. Значит, с Ираном отношения у них непростые, и наши посредничества в этом тоже могут сыграть определенную положительную роль. Безусловно, Казахстан и интерес Казахстана лежит в плоскости увеличения цен на углеводородное сырье. Но, тем не менее, мы это должны делать с учетом развития нашего нового месторождения Кашаган. Программа реформ должна вывести Саудовскую Аравию на новую траекторию развития. Основным ее механизмом станет создание специального инвестиционного фонда с капитализацией более 2 триллионов долларов. И Казахстан, как надежный партнер, уже сегодня занимает особое место в планах королевства. Главное – это договоренность о создании совместного инвестиционного финансового фонда. Вместе с нашим Байтереком будут создавать такой фонд, чтобы финансировать общие совместные проекты в нашей стране. Естественно, я пригласил для участия инвестиционной инновационной программы Казахстана, программы «Нурлы-Жол». Я думаю, это будет очень хорошим подспорьем для сотрудничества и для пользы Казахстана. У них есть большой опыт по нетрадиционной энергетике, солнечной энергии, ветровой энергии. Саудовская Аравия будет активно участвовать в Экспо 2017 со своими новыми разработками в области энергетики. Считаю, что мы провели очень полезную, необходимую встречу с этой страной, важной страной в этом регионе. Каждый зарубежный визит главы государства – это всегда новый уровень взаимоотношений, новые инвестиции, новые проекты и технологии. В Саудовской Аравии удалось договориться о главном – о том, что наши страны будут взаимодействовать в создании эффективной несырьевой экономики. Это общая цель, отраженная в планах модернизации. Важно и то, что по итогам переговоров была принята так называемая дорожная карта по реализации достигнутых договоренностей. Таким образом, эти общие цели и общие задачи позволят объединить усилия и приумножить конечный результат.
Наши страны будут вписаны в новую экономическую систему координат, как важные и равноправные партнеры мирового сообщества.